С учетом высокой заинтересованности проектом «Светофор питания», первый этап которого успешно реализован в Кызыле на базе Центра медицинской профилактики Минздравом Тувы, принято решение о расширении географии проекта. Уже 25 марта проект стартует в Барунхемчикском, Улукхемском, Тандынском и Кахемском районах. Расширится также круг организаторов проекта за счет ответственных специалистов местных администраций. По плану реализации проекта «Светофор питания» в районах специалисты Центра медицинской профилактики уже на следующей неделе проведут выездное обследование участников. Предполагается, что предварительный отбор проведут специалисты на местах. Участниками проекта могут стать относительно здоровые люди, у которых выявлены факторы риска возникновения заболеваний, предожирения, скачки артериального давления и другие. Критерии отбора обусловлены программой проекта, в котором предусмотрены умеренные физические нагрузки, соблюдение принципов здорового питания.